Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Сегодня хочу вам показать, рассказать расческу 334 от USPARK Professional. Вот так она выглядит, вот такая у нас мятная, вот такая у нас розовая и есть еще белая. Других оттенков у нас, к сожалению, нет. Единственный момент, смотрите, это моя эксклюзивная расческа 334. Ее на территории Российской Федерации нет. Это расческа из Японии. То есть, если вы где-то у кого-то увидите ее, то, значит, знаете, эта расческа была привезена кому-то в подарок или кто-то купил в Японии или где-то в других странах. На территории Российской Федерации таких расчесок официально нет. И продаваться они, к сожалению, тоже не могут. Но на примере ее я вам быстренько сейчас расскажу, покажу. Смотрите, расческа у нас имеет 18,5 сантиметров в длину. У нее обушок уже достаточно толстый. По весу она уже будет чуточку тяжелее, чем, допустим, там 300, та же самая 339-я. Вот. Пластик у нас также этот гнется, выдерживает температуру 220 градусов. Расческа у нас универсальная, она подходит как и для средних, так и для длинных и для коротких стрижек также подходит. То есть, ну, универсальная, то есть для всего. То есть, если вы любите работать в стрижках точных, таких как Сосун, к примеру, да, то есть, пожалуйста, 334-я расческа, она для вас. То есть, это универсальная расческа для всего. То есть, вот все, что хотите, то ей творите. Вот. По поводу дезинфекции, сразу вам скажу, обрабатывать расческу советую только нашим спреем проверенным, который рекомендует сам USPARK Professional и компания Гинка, потому что все возможные другие стерилизаторы, к сожалению, данные расчески убивают. То есть я вам, конечно, не запрещаю их использовать, но это уже на ваше усмотрение. У нас есть специальный спрей, который нужен для дезинфекции расчесок. Он у нас есть на нашем сайте shopcoms.ru. Вы можете его там найти в разделе «Дезинфекция». Вот. Этот спрей он подходит как и для расчесок USPARK Professional, так и для ножниц, для брашингов USPARK. То есть он полностью дезинфицирует все так, как надо, и чтобы ничего там не разваливалось, не дай бог. Потому что были случаи, я всегда об этом рассказываю, ребята покупают, а потом опускают в какую-то дезинфекцию, и потом расчески разваливаются. Сразу вам говорю, чтобы такого не было, покупайте наш проверенный дезинфицирующее средство. Во, заговорился. Вот, ну, а так, в принципе, я все вам рассказал, показал. Если что-то забыл, всегда расскажу в комментариях. Задавайте мне какие-то вопросы, которые вас интересуют. Ну, а с вами был Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек. Всем пока.